В Тамбове проходит окружной слет поисковых отрядов из Центрального федерального округа. С 29 сентября по 2 октября его участники будут общаться и делиться опытом. На торжественном открытии первого слета побывала Олеся Кречетова. На первый окружной слет поисковых отрядов Центрального федерального округа памяти героев верны собрались более 200 поисковиков из 10 регионов. Среди них поисковый отряд Ивановской области «Эхо». Увековечиванием памяти погибших бойцов отряд занимается почти 10 лет. Ведет исследовательскую деятельность, проводит экспедиции не только на территории Ивановской области, но и в других уголках России. 17 сентября ребята вернулись с очередной вахты памяти, которая состоялась в Смоленской области. Там поисковики проделали огромную работу и получили хорошие результаты. Результат этой вахты памяти – 20 красноармейцев, два из них офицеры, судя по сопутствующим вещам. Имя одного установлено под данным солдатского медальона. Для поисковика это самое главное. То есть боец получает как бы вторую жизнь, вторую историю. Андрей Севастьянов из Ярославской области решил стать поисковиком еще со школьной скамьи. По словам молодого человека, его дедушка погиб в годы Великой Отечественной. И Андрей принял решение помогать другим узнавать, что случилось с их близкими людьми. Поисковики – это вообще люди, которые видят последними солдата. И надо сделать все правильно, чтобы не было стыдно потом перед родственниками. Тамбовщину боевые действия обошли стороной, но область понесла огромные потери в годы войны. Более 450 тысяч тамбовчан в то время ушли на фронт. Среди них Кирилл Баженов, уроженец Тамбова, и Иван Негодяев, уроженец села Алексеевка, тогда Туголукского, а ныне Жердевского района. В ходе поисковых работ их останки были найдены участниками военно-исторического лагеря «Калининский фронт» в Тверской области. Теперь их вернули на родину ближайшим родственникам для захоронения со всеми почестями. Долго сестры бились с такой целью, чтобы найти. Но везде был один ответ, что пропал без вести. И вот благодаря вашим усилиям, вашему труду удалось нам узнать судьбу нашего родного дяди. В рамках слета поисковиков участников ждет комплекс практических тренингов, мастер-классов, дискуссионных площадок. Не обойдется и без досуговой программы. Все это для того, чтобы поисковики со всего Центрального федерального округа смогли перенять опыт друг друга в таком ответственном деле. Олеся Кречетова, Олег Осипов, Александр Щеднов, Область новостей.